Вот это находка. Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже. Если это имеет значение. Зарядом!
Я благодарна вам за то, что освободили мою физическую оболочку. Как это вышло? Я не знаю. Мой разум расколот. Рокстола Валькирс. Это последнее, что я помню. Что? Вальхалла ждет. Я должна вернуться. Это вроде тайного зала собраний Мидгарда. Валькириям нужно было место для встреч, укрытое от взгляда Одина. Они думали, что хорошо спрятались, но известная поговорка не зря гласит: «Всеотец видит все». Где? Помните зал восьми тронов? Вроде да. Мы много разных мест повидали. Он слева от двух статуй гребцов. Я не узнал его в тот раз. Ну, не был уверен. И мы выясним, что стало с валькириями? Этот зал был для них очень важен. Наверняка там будет то, что все прояснит. Почему владыка висельников? Это прозвище – скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Сейчас все устроим. Проси достойно познать. Теперь идем. Приноси мне их еще и поскорее. Сделал такую красоту.
удачи! Судьба штука хитрая, и Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба – очередная выдумка богов. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с Всеотцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни рассказать о волках. Мимир, почему у тебя в глазах кристаллы Бифрёста? Это подарок великанов. Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. А больно? Ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, Мимир кристальные сиськи. И да, было время. Ладно, ладно. Все, молчу. Ого. Yeah!
Впереди враг! Не верится, что это было рядом с маминым садом. Неудивительно, что мы не могли туда попасть. Сын, сюда. Ладно. Интересно. Пожалуй, стоит записать. За мной, Атрей! Сейчас вернусь!
Ого! Есть на что посмотреть. Еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я.
Готовься. Oh!
победишь меня! Громогласная. Госпожа, скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа Валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу. Прощай! С какой целью? Я не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Голова. Сигрун, королева Валькирий. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была во плоти. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить, скажем так. Вы... были влюблены? Ох, парень, я же покраснею, наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же валькирии, отец.
Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда неплохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать, если, конечно, вам не жаль времени. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Я осмотрюсь.
Ну, приведем вас в порядок. Что еще я хотел сказать?